Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ЭНСК-49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, 21 декабря пора бы вам задуматься о предстоящем отпуске. Не лишним будет и своевременно подобрать компанию для путешествия. Тельцам стоит привести в порядок бумаги и документы в эту среду. Это довольно простое действие улучшит вашу производительность. Близнецы, зачем зарывать талант в землю? Гораздо правильнее добиться сейчас того, чтобы вас заметили. У раков не самое подходящее время давать обещания, тем более, если это касается денежных вопросов. Львы, не дайте завладеть вам любовными воспоминаниями из прошлого, иначе вы рискуете пропустить настоящую жизнь. Девы, желание быть впереди планеты всей заставит вас головой погрузиться в работу. Усердие и настойчивость вам помогут. Весы, привлекательность в этот день станет вашим козырем. Что бы ни было на душе, улыбайтесь, и вы расположите к себе всех нужных людей. Скорпионы, вероятно, будут способны видеть и слышать то, что в действительности является плодом их воображения. Будьте осторожны. У стрельцов грядущий день будет богат на интересные знакомства. Здесь главное не теряться и суметь завязать деловые связи. Козерогам звезды пророчат потепление в личных отношениях. Все-таки любовь построена на доверии и уважении, достойна похвалы. Водолеи полны энтузиазма. И это правильно, ваши достижения окажутся весьма полезными для будущей карьеры. Рыбы, друзьям может потребоваться помощь или совет. Почему бы не поделиться житейским опытом с близкими людьми? На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.